Друзья, как я говорю, я работаю в разных сферах бизнеса, и по своему роду деятельности, так же, как и вам, мне приходится сталкиваться с людьми разного поколения, с людьми самого разного возраста. И недавно, готовясь к этой теме, я узнал, что, оказывается, 11% конфликтов на рабочем месте, как минимум, происходят из-за разницы в возрасте. То есть и даже, как пишет заголовок этого исследования, из-за разницы в поколениях. Когда мы говорим о поколениях, то мы привыкли думать, наверное, большими категориями, чем там какой-то короткий срок, и мы привыкли рассуждать декадами, 25-летиями, там, может, даже столетиями, династиями и так далее. Но вот сейчас, тут вы видите небольшой разброс цифр по временному отрезку жизни, да, 80-е, 90-е, нулевые. И вот здесь, когда я готовил эту презентацию, у меня вот эта декадная система измерений начинает ломаться. То есть, смотрите, когда мои родители были молодыми, они родились в 60-м году, они считались молодежью кино. Мой папа в 80-х годах в городе Москве водил мою маму в кинотеатр «Киргизия» на фильм, снятый по роману Агаты Кристи. И вот они об этом рассказывали, вот это их молодость. Те, кто выросли, провели свою молодость в 90-х, это уже, наверное, даже не кино, а поколение видео все-таки, да, это и видеосалоны, это и видеомагнитофоны, видеокамеры, VHS-ки страшненькие такие, и так, Чак Норрис, Брюс Ли, да? Вот, можно отдельный аплодисмент Чак Норрису, пожалуйста. Вот с началом нулевых идет какая-то такая новая тенденция, и люди начали пророчить все-таки будущее интернета, я думаю, совершенно оправданно. И только когда ты начинаешь думать, что вот интернет – это та всепоглощающая технология, как вдруг на сцену выходит не то чтобы новая, но существующая технология, которая начинает развиваться вообще по другому сценарию. И говорят, что с нулевых, опять же, там начинает развиваться не только поколение интернет, но поколение большого пальца. То есть большой палец – это… Я взял телефон и отправил смс. Но вот тогда, когда мы раньше говорили о телефонах, то телефон что такое? Это звонилка и смс-ка, да? И вот здесь, наверное, там 2007 года, или может еще, нет, еще раньше, но 2007 года, когда там был изобретен там первый iPhone, да, представлен на рынке и все такое, то здесь я представляю вам поколение тачскрин. Это моя собственная фишка, я ее придумал, чтобы просто повыпендриваться, но на последние несколько лет на тему нового поколения людей пишутся все новые и новые книги. Итак, что такое поколение тачскрин? Когда я говорю тачскрин, то это не обязательно какой-нибудь смартфон, да, там, на андроиде, на макосе, там, на разных других операционных системах, но это в том числе и то, как мы привыкли использовать технологии. То есть вы сегодня идете, закидываете себе денежки на баланс на телефон, и вы нажимаете на тачскрин терминал. Вы пользуетесь каким-то принтером, если вы работаете в очень продвинутой компании, то там тоже кнопочки тачскрин. У вас висит телевизор, там уже нет таких кнопочек, кроме выключалки. Там все стоит тачскрин. Чтобы сделать громче звук, вам нужно обязательно заляпать свою там вот панельку на своем там, телевизоре. Да? Она, наверное, такая грязненькая уже. Вот. Но здесь самое главное, что не только то, как мы нажимаем там, на телефон, там, пользуемся какими-то там applications, там всякие штучки, да, вот такие приложения, а еще в том, как мы воспринимаем вообще вот этот аппарат. Этот телефон, конечно, в связи с последними событиями, и вот я говорю в частности о смерти Стива Джобса, было бы актуально показать iPhone, но вот я им не пользуюсь, к сожалению, я вот пользуюсь HTC на Android. Вот. И этот телефон, конечно, я по нему звоню, я по нему отправляю смс-ки, но нажав, допустим, пальчиком там, на одну иконку, я могу попасть в интернет, я могу отправить свою фотографию там, на Facebook, на Twitter, я могу там, всем рассказать, что сейчас там выступал там, как определенный спикер на TEDx, я могу фотографировать, тут же все это выложить, я могу редактировать видео, аудио, прочее. Это не реклама HTC, а это просто тот факт, что телефон на сегодняшний день, он вышел за рамки того, как мы привыкли думать. И думать о телефоне, то есть это не просто говорилка. И когда я говорю о поколении тачскрин, то я хочу вам сказать о том, что молодые люди, то поколение, которое является сегодня 20-летним, 21-летним, 2-летним, 23-летним, 24-летним, 25-летним, знаете, все молодые люди, они тоже вышли из рамок традиционного мышления, представления о том, как мы видим
сотрудников рядовой компании. И сегодня, как я вам уже пообещал, я буду говорить о нашем поколении с точки зрения работников какой-то организации. И я вам, мои дорогие ровесники, буду сейчас выбивать лучшую жизнь, если это у меня получится. Вот. Когда мы говорим о том, что телефон, он стал использоваться по-другому, ну и вообще все технологии, идет какое-то ускорение развития технологий. И это неминуемо приводит к тому, что идет сокращение разницы между поколениями. Если раньше там, мне 20 лет, кому-то 30 лет, вот мы два разных поколения, но сегодня мне вот, в следующем месяце будет 25 лет, и кому-то 30 лет, то мне кажется, что мы уже немножко в разных измерениях. Вот не только потому, что он старше там, и там, успел побывать пионером, да, как сегодня отметили, а еще просто потому, что ну, мы мыслим по-другому, мы пользуемся разными вещами. К примеру, вот это не телефон моего отца, но такой телефон у моего отца есть. Он пользуется таким телефоном. Таким телефоном я пользовался 2 года назад. Сегодня я пользуюсь таким телефоном. И для моего отца, к примеру, ну вот эти оба телефона, они одинаковые. Наверное, это даже круче, потому что здесь кнопок больше. И он подумает, что, наверное, это компьютер, потому что здесь такие клавиатуры, как на компьютере, да? А это, ну, наверное, игрушка, потому что похож на Тетрис с большим экраном. То есть, ну, для него это одинаково. Но если подумать, вау, если подумать, то эти вещи совершенно разные. Потому что вот это поколение большого пальца, даже поколение 2 больших пальцев, потому что приходится человек 2 пальцами, да? А это уже поколение тачскрина, о котором мы говорим. И вот эта разница между поколениями, она неминуемо сокращается. И, наверное, это все-таки имеет отношение к тому, что вот я и мои ровесники, мы уже ну, не застали то время, когда нам приходилось делать тяжелый физический труд. Из-за того, что мы не делали мало мы совершали мало физического труда, мне кажется, вот у нас пошел упор на интеллектуальный труд, я вот не хвастаюсь, я просто пытаюсь вывести формулу, да, и отсюда больше креативности. Причем креативность она идет не от того, что там я сочиняю музыку, там, или я снимаю кино, или вот как раньше, да, там, или я там пишу какие-то книги, там, гениальные романы, но и в том, как мы вообще подходим к жизни. То есть если работа любая, там, я архиваюсь в какой-нибудь компании, целый день сканирую договора там, и выставляю в базу данных общую, да, если эта работа мне не кажется интеллектуальной, то там, ой, креативной, да, то там мне, мне кажется, уже ничего не поможет. То есть я там не буду счастлив. Но если каким-то образом мне там мой начальник придумает то, как я могу там очень креативно сканировать свои документы, то, возможно, я буду гореть с этой работой и всем говорить, что вот видите, вот компания, я там сканирую договора. И мы заняли первое место на рынке, да, там по доле рынка, именно потому, что я вот так совершаю свою работу, ну, как бы, немножко утрируя. И вот больше креативности интеллектуального труда, классно, да, но это еще ведет к тому, что у людей больше ранимости, потребность в более широкой зоне комфортности. Меня мои друзья и моя девушка укоряют в том, что если я выхожу куда-то там на природу, я не могу прожить больше дня без интернета. Поэтому у меня всегда есть 3G, спасибо большое, у меня есть подключение 3G, я пытаюсь везде найти любой Wi-Fi, платный, бесплатный, ворую пароль или не ворую пароль, как бы, ну, тут приходится ухищряться. И я просто очень тяжело обхожусь в информационном голоде, когда я не могу выйти в интернет. Ну, не говоря уже о том, что, ну, есть, конечно, мои товарищи, которые любят выходить в поход, но если там не будет удобная кровать, то мне вообще такой отдых не нужен. Вот. И вот мы пришли к такому поколению. Оно, с одной стороны, креативное, многозадачное, там, мой друг Карманбек. Есть такая особенность, что там Карманбек, кем он только в жизни не работал, да, там, и голова блестит, сияет, вообще, то, как бы... Очень такой разносторонний, multitask person, да, то есть, ну, если так подумать. Но вот мне кажется, в Карманбеке, так же, как и во мне, так как и в других моих друзьях, да, там, не знаю, будь то Мирбек, возможно, там, Руслан, Сурайка, ну, кто угодно. Мне кажется, что есть одна проблема. Если на меня, ровно так же, как на моих друзей, начальник будет давить слишком сильно, то я скажу, да пошел ты нафиг, и уйду с этой работы. Но если мой начальник будет давать мне как можно больше свобод, то я просто перестану работать. И вот, мое поколение меня поддерживает, шикарно вообще. Вот, и здесь есть дилемма, да, вот, наверное, у работодателя. Брать ли мне на работу молодого человека, который только что закончил вуз? Ну, конечно, брать, просто больше никого уже нет. Ну, не то, что никого нет, но это та рабочая сила, которая сейчас формирует основные ряды, да, то есть мы выпускаемся с вуза, и вот мы должны идти работать. С другой стороны, могу ли я заставить этого человека работать так, как заставлял меня работать там, мой начальник, которому сейчас там, 50-60 лет, а именно там, при желании накричать, там, совершил проступок, сделал выговор, замечание, там, денежный штраф, прочее, прочее, прочее. С его точки зрения, возможно, очень справедливые вещи, даже если там, с точки зрения человеческих ценностей, справедливые вещи, но при этом есть вот это поколение. И что с ним делать? И
как говорят некоторые, мы сейчас пришли к тому, что на рынке труда доминирует самая требовательная рабочая сила в истории человечества. Вот на этой картинке вы видите Генри Форда. Генри Форд известен тем, что, естественно, он там предлагал нам купить любые машины, там, если только они определенного цвета, но и тем, что он как раз-таки склонялся к философии тяжелого труда. Он придумал конвейер, максимальная эффективность, там люди сходили с ума, там, пока пытались собирать эти вещи на конвейере, потому что это проходило без остановок, да? Но он и его последователи, разные менеджеры, которые склонялись к школе тяжелого труда, они остались в истории как люди, которые выжимали из человека максимум. И эксплуатация, она, наверное, вот оправдание высокой эффективности. Да? Сегодня, я, наверное, не могу не показать этого человека, потому что это было прошлое и слишком предсказуемо. Вот. И Стив Джобс, и там Ларри Пейдж, допустим, Сергей Брин в Гугле, да, они известны обратным поведением. То есть там в Гугле человек сидит в бассейне на надувном матрасе, и на коленках у него ноутбук, он работает и формирует там одну из самых успешных компаний в сфере IT. Да. Там Джобс, который говорит, что мне нужен такой коллектив, в котором я к каждому могу относиться как к своему родственнику, как к части своей семьи, члену своей семьи. Вот здесь идет такое уже противоборство в двух каких-то, ну это не идеологии, но по крайней мере философии бизнеса. И здесь вот, когда мы об этом думаем, что повышение зарплаты против мотивации уже, оказывается, не совсем работает, потому что недавно, не недавно, я хотел сказать, британские ученые, я забыл, какие ученые провели эксперимент, они взяли две группы молодых людей, одна которых выполняла физический труд, а другая выполняла интеллектуальный труд. И им начали планомерно, целенаправленно поднимать зарплату. И те, кто выполняли физический труд, по мере роста их зарплаты росла их эффективность работы. Они работали больше, они радовались, они там перевыполняли план, то есть там, да, стахановцы современные. Но те, кто выполняли интеллектуальную работу, им подняли зарплату, у них повысилась мотивация и продуктивность. Им повысили зарплату еще, у них повысилась продуктивность. Но когда наступил определенный момент, то неважно, сколько ты поднимаешь зарплату, то там результат был один. Мотивация, продуктивность не повышалась. То есть здесь надо искать какой-то новый рецепт, какой-то новый метод, который, возможно, даже я подскажу. Ну, наверное, не подскажу, но постараюсь, да, что-нибудь сделать. Во-первых, теперь я уже обращаюсь к руководителям компаний, которые дадут нам работу. Если у меня не получится в бизнесе, я пойду работать на вас, на кого-то. И на вас пойдут работать мои ровесники. И, пожалуйста, объясните нам, когда мы приходим к вам на работу. Уже, возможно, не даже я пытаюсь получить у вас работу, а, возможно, даже вы пытаетесь мне дать работу. Потому что, ну вот, я же вот самая требовательная рабочая сила в истории человечества, да? Где моя компания мечты? Моя компания мечты, ну вот раньше был физический труд, пойти на шахту, там, киркой побить там по углю, отколоть, загрузить, продать, очень тяжелый труд. Потом пошло постиндустриальное общество, услуги, там, я стал парикмахером, я каждый день выезжаю там домой, на работу из дома, стригу человека, там, подметаю пол и возвращаюсь. Сейчас из постиндустриального общества выделяются уже интеллектуальные услуги, интеллектуальные какие-то услуги. И сейчас, возможно, даже тот факт, что мне придется пойти на работу к 9 без опозданий. А если я 3 раза опоздаю, то мне объявят выговор. Возможно, это уже too much to ask, да? Ну, я не знаю. Ну вот, и здесь компания мечты. Когда вы говорите со своим потенциальным сотрудником, вы должны... Не должны. Вам, наверное, следует, я рекомендую вам сделать так, чтобы этому человеку работалось комфортнее. Вот мои ровесники, я говорю сейчас о нас, что, допустим, не всегда следовать четкому графику – это самый эффективный способ работы. Вот. Возможно, система дедлайнов, когда тебе говорят, я тебя не тревожу, но ты, выполняя работу к этому сроку, но если ты не выполняешь, там будут штрафные санкции какие-то, там карательные. Возможно, это самый эффективный способ работы. Один из моих клиентов, вот в работе, которую я выполняю, он мне говорит, что он недавно закончил магистратуру в Америке и сейчас ведет проект на $500,000. И когда я у него спрашиваю, ты уедешь в Америку? Ну вот реально, то есть ты вот по своей программе там отработаешь 2 года, и наверное, ты уедешь все-таки в Америку. Он говорит, нет, я не уеду, потому что где еще в другой компании мне дадут возможность управлять проектом в $500,000? Как бы вот кто я и что я делаю, да? И вопрос здесь даже не в том, что он там получает с этого деньги, а он с этого денег не получает, а в том, что ему ставят задачу, ему оказали доверие, ему дали возможность раскрыться, и он один ведет этот проект.
просто отчитываясь руководству. Возможно, вот это и есть компания мечты. Когда мы приходим на работу, то начальник спрашивает: вот мы тебя берем на работу на 5 лет, как минимум. Вот ты готов на нас работать? И я, как выпускник вуза, говорю: да, конечно, я там командный игрок, я ориентирован на командную игру, я разделяю корпоративные ценности этой компании, я хочу быть с вами, я хочу быть причастным к победам этой компании, я проработаю на вас 5 лет, а потом получу повышение, а через 10 лет я стану коммерческим директором. Говорим мы, потому что HR-директор хочет услышать именно это. Хотя на самом деле иногда бывает так, что ты приходишь на эту работу, и тебе готовы платить $500, а ты вот выпускник университета и думаешь: о, я как раз сейчас получу $500, поработаю полгода, наберусь опыта и пойду работать в какую-то более крупную компанию. И когда тебе начальник говорит: кем ты себя видишь в этой компании через 10 лет, наверное, человек может задуматься: не дай бог я буду в этой компании через 10 лет. Вот, и поэтому мы же вот слезли со студенческой скамьи, да, и нам говорят: кем ты себя видишь через 10 лет, пускай даже не в этой компании, то хороший менеджер, хороший работодатель должен сказать: если ты придешь в нашу компанию, там, мы не работаем там все на iMac'ах, у нас нет служебных машин, но через 10 лет, пускай через 5 лет, через 2 года, ты будешь знать это, ты будешь знать этих людей, ты сможешь сделать то-то, с тобой будут считаться те люди, ты сможешь изменить нашу страну, например, или ты сможешь там влиять на то, что человек, заходя в супермаркет, там первым делом видит тот продукт, который ты ему продаешь, если для кого-то это достижение, то, возможно, вот ключ к тому, чтобы крючкануть наших ровесников, да? И когда мы говорим о перспективах, и вы нас спрашиваете о перспективах, вы лучше расскажите нам о перспективах. Тогда, возможно, мы все будем двигаться в одном направлении, и мы поверим в то, чему вы нас учите. В любом предмете там, стратегического планирования, пиара, там, организационного развития, вот в университете вас учат тому, что у компании должны быть три вещи. Это даже нет, больше трех вещей. Это миссия, ради чего компания существует, видение, к чему компания стремится, и ценности, на которые эта компания опирается. И это вот в любом предмете самая простая часть, за которую ты получаешь пятерку. Но не знаю, задумывается ли каждый из нас, для чего вообще нужна миссия? Я сейчас далек от того, чтобы говорить, что мы продаем гамбургеры для того, чтобы вы имели свободу питания и там, возможности роста в профиль вашего пуза, да, там какие-то такие вещи. Ну, это на самом деле миссия, возможно, но как бы не совсем миссия, которую, может быть, понимают сотрудники. Или это проблема HR какого-то менеджера, чтобы донести эту миссию сотруднику. Но когда мы занимаемся работой в каком-то учреждении, в какой-то организации, необходимо знать, для чего мы это делаем. Потому что мы это делаем ради денег, но мы ходим на работу ради денег, да? Но, возможно, работу мы выполняем для другого. Мне кажется, что именно поэтому многие молодые ребята идут в политику не политиками, а вот под политиков работать там и выполнять всякую грязную работу, просто потому что в политике есть черное и белое, в политике есть там хорошие выборы, да? Хороший кандидат там, и плохой кандидат, да? И при этом все работают: о, это наш враг, это наш оппонент, но у нас в стране людей мало, и там следующие выборы, раз все штабами поменялись, опять как бы работают против других людей, да? Но вот это показывает то, что на самом деле люди как бы привержены другим людям, но при этом на самом деле даже не человек важен, а важна мотивация, ради чего ты работаешь. Там, я работаю там ради Бакиева, для того, чтобы там, мы подняли страну, ради того, чтобы экономика росла, чтобы там моим детям в этой стране жилось лучше. То есть, ну вот, да, отсюда. А если вы приходите в компанию, которая производит, ну я не знаю, гамбургеры, то вам говорят, что вот мы сейчас 1 000 000 гамбургеров в этом году продадим, мы создадим 8 рабочих мест для тех, кто жарит картошку фри, там, и из-за этого наша страна будет расти. Вот это неубедительно. Поэтому нужно сформулировать то, что действительно будет привлекать наших ровесников. А это может быть даже то, что там, очень корыстно, там, ты будешь следующей золотой молодежью там, нашей страны. Там, мы сейчас поработаем, мы там, будем двигаться там, вместе там, с детьми премьер-министра там, или президента. Ну, это так, очень такой радикальный, да, пример. И самое главное, что я бы хотел отметить, это то, что сейчас, я же говорю, очень есть ранимое поколение. Вот сейчас я вот вышел на сцену, да, я скажу там, типа, я вас все знаю, я вам сейчас все расскажу про наше поколение. Но вот я сейчас выйду обратно там в реальную жизнь, зайду в Твиттер, и мне скажут, там, Азим Азимов много выпендрился, ничего не сказал нормального. И мне будет очень грустно, потому что я, конечно, сейчас тут
Мне будет очень грустно, потому что я, конечно, сейчас вот деливер, да, там, отдаю вам свою энергию, там, очень уверенный в себе, но если кто-то меня там, ну, как бы, на мой взгляд, несправедливо покритикует, то мне будет очень обидно. И, возможно, это еще потому, что там наши родители в 90-х ходили, там, пытались устроить жизнь в новой стране, зарабатывали деньги, там, может, их немножко не хватило внимания нам, детям, и, может, у нас, может быть, там, у некоторых, ладно, у меня, там, или там, у других моих знакомых есть какой-то недостаток, там, какое-то, там, внимание, любви, там, и прочего, да, то здесь очень важно, чтобы мой руководитель стал не просто моим наставником, а чтобы он стал, там, моим третьим родителем, там, пускай на время хотя бы, да, потому что... Спасибо большое. Потому что один мой хороший друг, который работал, ну, наверное, возможно, на одного из самых влиятельных людей в этой стране, он ушел от него, потому что сказал, представляешь, я проработал на него там полгода, и за это время он ни разу не спросил, как поживает мой отец. Конечно, классические книжки, там, вот управление персоналом говорят, там, боссу, ты босс, будь от него там подальше, там, не вовлекайся в его личные проблемы, тебя на всех не хватит, прочее, прочее, дистанцируй, чтобы укреплять свою власть. Но при этом все это, наверное, правильно, потому что нельзя потакать поколению тачскрин, потому что мы зажремся. Но есть другая сторона того, что надо все-таки проявлять какую-то там толику внимания. Потому что, ну ладно, не третий родитель, но хотя бы наставник, который я и так молодой, я не знаю, у меня получится в этой жизни или не получится, там, у меня пойдет бизнес или не пойдет, налоговая меня сожрет, не сожрет. Вот скажите мне, что все хорошо будет. А если не хорошо будет, скажите, как мне сделать так, чтобы было хорошо, я хотя бы постараюсь. А если не получится, ну ладно, это другой разговор. И поэтому, когда мы по поколению тачскрин отправляемся в свободный полет, вот сейчас я с этой сцены пойду, со своими там гаджетами в руках, воспитывайте новое поколение руководителей. Потому что, ну, все равно неминуемо все придет к тому, что вот мы, раздолбая лоботрясы, неорганизованные, но очень креативные и любящие на самом деле работать ребята, мы придем на руководящие должности в этих организациях, в этой стране, там, ну, везде, да? И было бы, наверное, хорошо, если бы мы, ваши более младшие товарищи, все-таки бы понимали, что мы делаем в этой жизни.